Сегодня День пионера, и я хочу поздравить вас с этим праздником. Может быть, вы или ваши бабушки были тоже пионерами, как вы к этому относитесь? То, что на сегодняшний же день нет пионерии, но осталась газета «Пионерская правда». Вы ее читаете? Нет. Да, мы не знали, что она есть еще. Люди не знали, что есть газета. Ну, она до сих пор существует, и в следующем году ей будет 95 лет. Некоторые из моего класса, мои одноклассники, читают эту газету, так как и я. Ведь в нее до сих пор можно писать материалы, стихи и рисовать рисунки. Например, вот ваши дети же могут это сделать. Ну, почитайте нам что-нибудь, да. Стихи. А, да? Если не хотите, не читайте. Если хотите, можете нам что-нибудь почитать. Отрывочек маленький, четверостишье. Пожелание. А что-нибудь? Я не помню моего стиха. Но и знаете, что на празднике каждый из вас может отправить стих или прочитать его на простом мероприятии. Поаплодируйте.